Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Ремонт стиральных машин. Телефон 90 70 10. Завод «Промстроймаш» реализует недорого профнастил и черепицу. Обращаться по телефонам 22 42 14 или 22 42 32. Обучение охранников. Безопасное обращение с оружием. Телефон 58 27 25. В лечебное учреждение «Витамин Плюс» в городе Нефтеюганск на постоянную работу требуются врач-терапевт, врач общей практики, акушер-гинеколог плюс УЗИ, а также врач УЗИ. Полный соцпакет, служебное жилье, достойная заработная плата. Затраты по переезду оплачиваются. Звонить по телефону 8 922 402 01 71 или писать на электронную почту 25 30 32 @bk.ru. Требуются сварщики, жестянщики по оцинкованной стали, полировщик камня, а также маляр. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Звонить по телефону 22 20 26. На работу вахтой требуются водители фронтального погрузчика, трактористы, бульдозеристы, а также водители категории С, Д, Е. Официальное трудоустройство, белая заработная плата. Возможно оформление по договору ГПХ. Подробности по телефонам 8 929 242 95 10 или 8 922 652 61 47. В молочный цех в селе Павловка требуются уборщица производственных помещений и грузчик на производство. Телефон 8 909 603 60 36. На завод железобетонных изделий требуются формовщики, оператор БСУ, арматурщики, сборщики, крановщики, а также сварщики. Телефон 25 56 38. На завод железобетонных изделий требуются рабочие. Телефон 23 01 61. Требуется продавец автозапчастей. Звонить по телефону 24 04 02. Организации требуется водитель категории «Б», «Д» с опытом работы от 5 лет для развозки персонала. Работа в городе Оренбурге. График сменный. Телефон 8 932 540 2002. Завод «Промстроймаш» приглашает сотрудников по специальностям – токарь, фрезеровщик, шлифовщик, разнорабочий, а также кладовщик. Работа в городе Оренбурге. Обращаться по телефонам 40 13 49 или 8 912 355 54 95. Требуется контролер-охранник в поселке Южный. Телефон 8 922 535 27 00. На улицу Туркестанскую требуются охранники. Телефон 90 83 29. Требуется продавец в продуктовый круглосуточный магазин по улице Салмышской 1/2. График работы сутки через двое. Телефон 8 922 624 38 79. Требуется автослесарь по грузовым автомобилям с опытом работы. Телефон 8 922 62 60 160. В ЖКХ требуется электромонтер и слесарь-сантехник. Звонить по телефону 43 80 38. Компании «Склад-сервис» требуются сторожа, кладовщик, а также грузчик-стропольщик. Обращаться по телефонам 23 76 64 или 23 76 71. В ресторан в поселке Степной требуется мойщица посуды, уборщица, кухонный работник, а также электрик 4-й группы допуска. Звонить по телефону 97 98 06.
требуются монтажники вентилируемого фасада. Обращаться по телефонам 8 903 398 2070 или 78 8815. Требуются машинист экскаватора-погрузчика, водитель самосвала, а также водитель категории Е на маршруты по городу и межгороду. Телефон 8 986 781 91 51. В Кушкульские теплицы требуются сотрудники. Сдельная оплата труда от 30 тысяч рублей. Обращаться по адресу Шарлыкское шоссе 30А или по телефону 38 77 22. Требуется водитель категории Е. Телефон 8 919 846 96 96. Требуется водитель на автомобиль МАЗ-самосвал 20-тонник категории Е. Телефон 8 922 625 20 05. В ювелирный салон требуется уборщица. Телефон 77 35 61. В автосалон требуется уборщица и дворник. Звонить по телефону 43 73 73. Требуется водитель-экспедитор категории Б, С, заработная плата до 60 тысяч рублей, а также грузчик-комплектовщик, заработная плата до 45 тысяч рублей. Телефон 8 905 819 52 36. Требуются охранники. Телефон 8 922 538 53 87. Телерадиокомпания приглашает на работу корреспондентов. Резюме присылать на электронную почту casting@media56.ru. Требуются автомойщики. Звонить по телефону 8 903 367 97 84. В строительную организацию требуются водители категории С, сварщики, монтажники навесного вентилируемого фасада, а также электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов. Телефон 427-888. Требуются продавцы в круглосуточные продуктовые магазины. Телефон 96-31-52. В поселок Степной требуется автослесарь со стажем. Телефон 8 995 276 02 61. В автосалон требуются дворник и уборщица. Телефон 91 77 70. Требуются охранники. Оплата 2000 рублей в сутки. Обращаться по телефонам 92 90 18 или 8 922 625 14 09. Требуется столяр и ученик столяра. Телефон 23 56 31. В Оренбургстат требуется специалист в хозяйственный отдел и специалист в сфере закупок со знанием 44-го федерального закона. Опыт работы обязателен. Оформление по Трудовому кодексу соцпакет. Обращаться по адресу улица Туркестанская, 15, кабинет 515 или по телефону 72 73 38. Телерадиокомпания приглашает на работу редактора информационного вещания. Резюме присылать на электронную почту casting@media56.ru. Видеоблокнот и на общественном телевидении России. Ищешь работу? Включай телеканал ОТР. Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.